Тогда уже дождаться светофора, да? Не знаю, что ты там дождешься. Поехали. Поехали, поехали. Не бойся, поехали. Что, мозгами своими думает, а нет? Что ехать? Надо было точно его стукнуть. Мужик за рулем сидит. Видит прекрасно, что мы едем. Или он посчитал, что у нас помеха справа? Как справа? Мы же слева были. Мы? Он у нас получается справа. А, только он с аппендицита выехал, а мы с главной дороги едем. И у него установлен знак «Уступи дорогу». Ну, он просто забыл. Он просто опасен для общества.